очень рад приветствовать вас на открытии 127-го театрального сезона. Сезона, который по праву я могу сказать, что будет весовым, творчески заряженным, энергичным и очень замечательным. 127-й театральный сезон в Шадринске открылся премьерой комедийной драмы «О любви» питерского режиссера Олега Сологубова. Инсценировка создана на основании произведений Антона Павловича Чехова. Постановка необычна во всех смыслах. Нестандартная интерпретация сюжета, присутствие на сцене видеооператора, который снимает отдельные моменты жизни персонажей, трансляция на экран окружающего героев мира, наличие камеры над сценой, показывающей декорации с необычного ракурса. Представленный спектакль открыл шадринскому зрителю многогранность любви. Герои исследуют тему отношений между полами, спорят о том, для чего нужны женщины и какова их роль в жизни мужчин. В начале произведения мнение о представительницах прекрасного пола сводится лишь к служению супруги своему мужу, верности до могилы и одинаковости всех дам. Однако по ходу действия персонажи впечатляются новой отдыхающей ялтинского курорта юной дамой с собачкой. Белокурое создание перевернуло мир одного из женатых мужчин, который считал, что любви не существует. Однако появление главной героини буквально сводит его с ума. Под воздействием чувств влюбленный приходит к осознанию, что человек сам творец своего счастья. Курортный роман для замужней особы также оказался в новинку. По ее мнению, она испытывала угловатость чувств. Ведь в супружеской жизни ей не удалось познать в полной мере силу любви. Связь героев омрачает мысли девушки об измене, и она принимает решение прекратить встречи. Мужчине оказалось не под силу пережить утрату, ведь в каждой встречной женщине он видел образ красавицы, пленившей его сердце. Премьера спектакля в стенах Шадринского драматического театра прошла 6 октября и собрала аншлаг. Все билеты были проданы и на предстоящие показы. От администрации города Шадринска, от себя лично, я хочу поздравить вас с началом нового театрального сезона и выразить благодарность за новый и такой разный театр. Театр для всех. Для людей любого возраста, для любого настроения, для любого уровня эмоций. Каждый, кто приходит сюда, находит обязательно что-то свое. Можно с уверенностью сказать, что открытие очередного сезона стало оригинальным и ярким. А зрителя ждут новые постановки, как для взрослых, так и для детей.